Всем добрый день. Вот снимаю томаты, которые называются «Бабушкина радость». Более 800 грамм томат. Такие сладкие. Это все перезрело уже. Надо их чуть-чуть пораньше снять. Все-таки а уже как раз для семян. Вот я вам сейчас взвешу, покажу. Томатик вот этот, он уже треснул весь. Вот какой. Вот 862 грамма. Бабушкина радость. Ой, такие вкусные, такие сладкие. Ну, как арбуз. Вот это сейчас я сниму. Вот можно средний тоже вот этот взвесить. Вот он 631 грамм. Вот очень урожайная. Вот сейчас вот этот попробуем. Поменьше он. Так, он 571. Еще вот тут вот сейчас я... А, иди сюда, маленький мой. Вот этот 547. Это самый маленький, я считаю. Вот такие вот томатики вообще. Они, главное, сладкие. Они прям как арбуз. Вот так вот. Это вот. Тут вот у меня в коробочке уже я семена вот так вот. Сердце бреда. Это что у меня перевернулся? Это черный ананас, арбузный. Вот, оказывается, семена. Вот. Но мне кажется, что вот эти вот томатики нужно уже чуть-чуть побурели и сразу снимать. Потому что если они сейчас, во-первых, уже вот тепло пошло, они уже лопаться начали. Вот. Но вкус бесподобный вкус. Всем пока-пока.